Ну, суета была такая, заела. Какая? Такая суета. Ну, какая? Что ты суетишься, что ты делаешь? По гостям шаришься или что там? Дома было? Сидишь или... Ну, суета, но... Разрешите, эту жилищную проблему не могу. Ну, у тебя же два домика есть. Какая проблема-то? Какие? Ну, Бельмесёво-то. Ну, летние обои. Обои летние. Угу. Ну, их можно на один зимний эти два поменять. Ты сейчас третий собрался покупать, он тоже летний. Ну, ты кто у меня там купит? Ну и... По дешевке, может, и купит? Ну, конечно. Так у меня на дому 5 же не хватит. 5 не хватит, но... Ну и как ты думаешь эту проблему решать жилищно? Думаю покупать в этой весняночке. Дом? Ну, там в Бельмесёво такие страшилки ходят. Этот братец Коля мне рассказал. Он говорит, убил эту свою жену, Валентину Черденцеву. Ну и с него как бы из гуся вода. Ну, в общем, не знали, что он убил. Ты весняночки дом покупаешь теплый или летний? Ну, там немного вот утеплитель стало. Там в нем печка есть? Нет. А зачем ты дом без печки покупаешь? Так, а, ну, я что, такой, что, я не господин, и в бане могу перезимовать. А у тебя вот, где ты сейчас живешь, баня есть? Да баня там летняя. Не теплая, да? Ну. А там, в этой бане прям хорошая. Ну, да. Та капитальная баня. Почему? Под фундаментом. На фундаменте. Канализация выведена. Ну почему из этой бани дверь-то не в дом открывается? Кто ж так делает? Ну, зимой не живет. Лишнюю жилплощадь, зачем печкой занимать, звали и подтапливать. То есть ты купишь этот дом весняночки и будешь зимовать там в бане, да? Ну, попробую, как получится. Если отопления не хватит на комнату, то и в бане перезимую, а потом утеплю, печку поставлю. В бане-то там кого там теснотище, как там жить-то в бане зимой? Да, а кого мне надо? Я же мне танцевать, что ли? Лег на полу, где лежи, да? Ну. Вообще. Чем меньше, тем теплее. Ну а что там у тебя с этим-то? Потом-то ты из гостей-то. Когда пошел домой-то? Ты вот это в понедельник уже. Да, в понедельник уже пошел к брату, да?
Да почему? К знакомым. А, к знакомым. Это уже. Ну, такой... давно не видел. Так. Это уже третий знакомый пошел, да, в понедельник вначале. Ага. Сегодня-то у нас что, вторник? Сегодня. Ну. Да, то есть ты в воскресенье ходил по гостям, переночевал там у соседа и в понедельник. Домой-то когда пришел? Понедельник-то был дома? Ну, с понедельника дома был. Полдня открывал. В понедельник ты когда пришел домой-то, во сколько? С гостей-то? В обед на время. В обед, да? Сунулся домой, а там домовой. Не пускает тебя, да? Ну, замерз. Замок замерз? И что ты? Ну, дергался. Не поддается. Угу. Там в этом ящике с инструментом. Ножницы мне. Такие тонкие, конечно. Я засунул вот. Замочную. Ну, в кружок-то в этот, там отверстие большое. Замочную. Ну и начал это шурудить. И в то время сломал. Сломал что, туда, куда ключ вставляется? Ключ сломал. Так ты же. Ну, ключ сломал. Да как ты ключ сломал, если ты ножницами шурудил? Ну так я в ключ, там же отверстие. Я просунул в отверстие ножницы. Ну и начал шурудить, открывать. Вместе с. Ну, в это время сломал. То есть ты ключ туда засунул? Или ну, в тебя... ключ засунул ножницы. И начал это, поворачивать ключ. То есть. Ну и в это время сломал. А у тебя ключ-то туда до конца залез-то? До конца, конечно. Но он не поворачивался, да? Ну. Потому что замерзло. Ну там, там цилиндр. Угу. Ну, он замерз. Не поворачиваться. Угу. Тык-мыка, не поворачивается. Она же не сами что-то хотела сделать-то. Ну, как бы усилие. Провернуть, да? Провернуть. Угу. И параллельно с ключом еще и ножницы туда забил, туда, в эту замочную скважину. Так я тебе объясняю, ножницы-то вот в ключе. Ну а ключ-то вот он в замке. Как бы я ножницы туда затолкал? Ты ножницы. Ну, ножницы-то я как рычаг, в ключ. Как рычаг. Засуну, да. Но... Понятно. Теперь понятно. И отломил, короче. Ну, я отломил ключ. Головку эту от ключа, да? Ну, ключ сломал. Сама там внутри осталась. Перемололся ключ. Ну, и осталось внутри. Угу. Ну и поехал к брату. Зачем? Да кого? Я еще, светло же еще было. Угу. Я давай, думаю, я открою и так. Начал по ручке бить, там вот, чурка такая, угу, с сучком. Я как начал долбить. Ну и загнул эту стержень этот, четырехгранный. В пять оборотов вот так вот загнул, хотел открыть. Угу. Ну и все там, замерз уже, время истекло, уже кого дело. К ночи было, да? Надо думать что-то. И пошел. Поскольку, но... Где-то часов 8, около 8 вышел из дома и 2 часа шел по Бельмесево. Почему по Бельмесево? Снегу-то много, по целине шел 2 часа там. Напрямки, что ли? Ну,
Когда дорога-то, я там меньше часа иду, а по сугробам-то 2 часа шел. Пришел брату, и что говоришь? Брат ключ сломал, да? Ну и новость сказал ему, что брат помер, угу. Сродный. Ну, что он тебе? Ну, у него одна пластинка заела. Какая? Ну, давай нервы трепать свои и мои. Что он тебе говорил? Да, что он говорил? Мат за перемат. Все одно и то же. Ну, а потом жена-то как его звать, жену-то? Валентина. Чего она ему говорит? Ладно, ты не матерись, давай его накормим, да? Пригласила тебя, да? Угу. Накормила похлебкой, да? Ну, накормили. Спать уложили. Ну. Помыться-то попросился у них. Да какой там мыть? Я говорю, и так-то. Незваный гость. Хорошо, что на пинках не это. Незваный гость. Хорошо, что на пинках на ночь не вылетел. Незваный гость хуже татарина, да? Его характер такой. Суровый, да? Ну, крутой, крутым себя считать, да. Кого? Псих, есть псих. Ну, однако, ты у него переночевал, да? А утром он тебе что? Ты говоришь? Ну, а утром все, в туалет сходил, и все. И давай, собирайся. Ага. И ты что? Ну, а я что? Я что против, скажу. Ну ты бы сказал, куда я соберусь, у меня дверь не открывается, куда ты меня гонишься? Ну так, это проблема моя, не его. Ну он же как-то тебе помогал, там утеплял, ну, этот домик. Ну помогал, я говорю, был по этому. Что случилось? Победнее это был, помогал. Ну я тебе говорю, разбогател и все. Возгордился, да? Ну. Может, он тебе не помогает, потому что считаешь, что ты сам виноват в своих проблемах. Ты что тебе помогать? Помогай, не помогай. Ты какой есть, такой и есть. Лодырь. Ну, наверное. Надо же и самому маленько. То, как в басне «Лето красное пропело, оглянуться не успело». Зима, ну, катит год. Я тебе объяснял. Просил своего председателя. Председатель-то согласился. Ну, а ты мог продвинуть? Ну, а потом где-то, ну, а около месяца прошло, а это выдала мне дочь. Все, говорит, это, я, говорит, тебя не пущу в сторожку. Ну, а ты подумал бы так, а вдруг там что-то изменится, а дай-ка я на всякий случай это домик утеплю свой. И зачем тебе по сторожкам шарохаться, когда у тебя свое жилье есть? Да, да зачем, если он заваливался, я не собираюсь там жить. Если он заваливается, я тебе объясняю, а. Для чего этот камелек сделали, чтобы это, стены не завалились. Матку подпер, матка треснула. Если бы не камелек, он бы завалился уже давно. Медок бери, ешь, угощайся. Спаси Христу. Тут вот гальяна, вот эти вот, потеряевки. Да я попробовал. Попробовал? Ну. А кто тебе разрешал? Ну, они на столе вон лежат. Ну, без спроса, Вася, ничего не брать, ничего спрашивать. Ну, что, когда к тебе приехали, мы тебя спросили, можно, Вася, яблочки собрать? Ты сказал, можно, мы собрали. Можно блюдки собрать? Можно. Собрали. Можно книги забрать? Можно. Все спрашивали.
Ну ты без спроса хватаешь, конечно, тебя будут материть все. Кому же это понравится-то? Он горбатится, а ты пришел поразить, дай, дай мне. Он тебя палкой прогоняет. Чего ради он тебя должен кормить-то? Ты старший брат, ты его должен младшего кормить-то. Да где-то я уж силу потерял на 6 лет младше. Да 6 лет какая-то. Он пенсионер? Ну, сколько? Мне будет 71, а ему будет так, а ты говоришь, 65 будет ему. Ты говоришь, к брату пошел за ключом, да? Да. Дал он тебе ключ-то? Ну, как не даст. Но ты же ключ-то тот-то не вытащил? Вытащил. Вытащил? А как ты его вытащил, если он у тебя обломился-то? Ну, обломок остался. Ну, ты с новым ключом-то туда пришел, а тот-то ты когда вытащил, сразу вытащил или потом второй раз? Ну, с новым ключом пришел и вытащил. Тот старый, да? Ну. А чем ты его вытаскивал? Плоскогубцы? Да, он шило дал мне, знаете, хирургический инструмент такой, с зажимом. Типа скальпеля, что-то, да, у этого пинцета. Ну. Ну и вытащил, новый вставил, все равно не открывается. Ну, осколок остался, я тебе говорю. Пополам, что ли, получается, сломал? Ну, конец там отломился. Угу. Там остался. И новый ключ туда не залазит теперь, да? Угу. Теперь только высверливать, наверное, да? Я говорю, все, сломал замок. Вообще заклинило его. Я тебе говорю, это. Ну, стержень на 5 оборотов вот так загнул. Я говорю, сейчас-то что надо делать, чтобы... Как коральку. Сейчас-то что делать, чтобы дверь открыть-то? Ну, на замок меня выбивает как-то замок. Ну, говорю, высверливают обычно-то. Я не знаю. Не знаю. На, специалист. А у тебя там пластиковая же дверь какая-то стояла, да? Пластиковая. А в ней замок с ключом, да? Пластиковая дверь. Что-то я сунулся закрывать. Да, я не знаю. Тот раз. Я вроде подумал, вроде бы не надо закрывать вот потом. Тот раз брат к тебе приехал, а тоже как-то, ты что-то с этой дверью что-то промаялся. Как-то бдительность потерял, все, опять закрыл. Бери гуляшков-то, ешь. Это. Игнат Тихонович ловил. Ну, вкуснятина вообще. Вкусно? Ну, как он сделал? Да. Надо спросить рецепты. Да. Рецепты. Это вообще. В печке, Володя. Сегодня праздник, знаешь какой? Сегодня рыбу можно. Ты пост соблюдаешь? Молодец. Какой сегодня праздник? Я что-то не знаю. Наш введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну, ладно, ангел за трапезой пошел. Не видел, представь.